Итак, вот оно утро третьего дня. Сегодня у нас реально пасмурно, просто пасмурно, и даже шел дождь. Мы вот это сидели, даже палатки не собирали, потому что думали, может, сильнее начнется. Заночевали мы не на самом крутом месте. Вроде сплав, это такое уединение с природой, а у нас тут получился городской пляж. Плыли, получается, хочется найти место хорошее, там, смотрим место, блин, ну такое, хочется чуть-чуть, может, что-то лучше найдем, лучше. И в итоге мы, наверное, часов с трех дня, я ж пока уже начал осереть, искали место. И в итоге пришлось тут останавливаться, потому что дальше могло ничего больше не быть. Еще в сплаве плохо, вернуться нельзя, потому что течение горнет, против течения ж ты уже не вернешься. То есть мы проплывали места, которые были получше, чем это. Я сложу вообще арену свою, ну спиннинг, который именно по головлю был. Возьму более мощную палку с более толстым шнуром. Арену сейчас покажу, пока еще не собрал. Арена стрим от 2 до 7 грамм. Катушечка тоже арена, самая маленькая, 1500. Шнурочек по миллиметрам 0,09. Sunline Cyclon 4-жилка. Такой бюджетный. И флюрик, отрезок флюрика до метра, диаметр 0,23. Ну и застежечка, и блесенки в основном были Select и SV. Все. Ну а сейчас буду пробовать на вот этот комплект поймать. Там уже покажу, если поймаю что-то. Флюрик туда навешу 0,38. И буду там 3-4 грамма грузик и такую силиконину в районе 3-3,5 дюймов. Даже до 4 может. И попробую именно упереться сегодня в щуку. Все-таки и похолодало, пасмурно. Ну и разнообразить рыбалку. Да, я как бы потеряю возможность поймать какого-то там трофейного головля. Тут есть, да, всегда есть возможность, есть шанс поймать. Ну, я как бы своего уже на буге поймал. Так что, в принципе, сегодня поменяю рыбалочку. Чисто буду упираться в щуку. Вчера рыбалка была реально потрясная. Вчера уже дошло до того, что я понимаю, хватит ни флешки, ни батареек, ничего. Я оставил там одну палочку у нас заряда на камере и думаю, ну, вдруг поймаю что-то такое трофейное, уже тогда включу, засниму. А так просто, ну, клевало реально круто, реально. Поклевки есть, удары, тычки. То, что ты не передашь на камеру, то есть вот много я тяну, удар, да, такой в спиннинг, бах. И получается, ты видишь прям голавль, фук, выходит, догоняет, хватает. Тык. Короче, реально, вчера по головлю оторвались по полной. Под конец уже аж надоело уже. Роман, давай уже отдохнем. Так, стартуем, стартуем. Йо-хо-хо. Уху. Так, он Ромчик продолжил сегодня головля ловить. Я сегодня переключился на это. Головль, да, Роман? А, окунь. У меня тоже тучок первый был уже. Так что вот так сегодня вот такая силиконина с офсетом. Офсет загнан прям в резину, потому что тут видите такие крепкие места. И будем пытаться поймать щуку зубатую. Флюрокарбон 0,38. Будем надеяться, что не перекусит. Последний день реально была жесть. Дул ветер, у меня он губы обветренные, лицо все обветренное, красное. Короче, ну реально тяжелый был день. Дурацкий день. Итак, ребят, вот первая моя рыба. Не знаю, кто это, но, скорее всего, это сошла щучка. Блин. Цель того, что я кидал джиг, какая была? Даже не, то, не настолько сильно поймать щуку, а как научиться вот рыбачить, как ловить щуку вот в этих местах на самом русле псла. Обычно мы на заливах всегда ловили, а вот на самом русле у нас проблемно с этим. Есть, вот она первая. Классно было то, что веду, слышу коряга, коряга. И есть. Сейчас скажу, спиннинг не сломать. Вот такая. Небольшая, ну блин, классно. Вот когда по корягам тащите, главное резко не дергать, потому что загоните офсет. Тут если слышите, что что-то не так. Короче, подсекать надо только, когда уже явно поклевка. Если поклевки нет, то лучше не подсекать, а плавно перетягивать. И вот это перетягиваю одну веточку, вторую, и ты. Приятно, приятно. Итак, отпускаем малышку, хай растет и радует. Силиконка селектовский фитиш, 4 дюйма. Сейчас покажу вот.
Вот такая штука. Один берег идет с кувшинками, с камышом, другой, например, крутой, с корягами. То есть я вот пытался понять, куда лучше, в какие места упереться. Ну, если честно, ни хрена толком не понял такого, ну прям, чтоб сильно такого, чтобы сейчас делиться прям и говорить, что вот надо так или так. Для себя там, да, некоторые приколы, некоторые моментики, нюансы для себя взял, в будущем пригодится. Когда уже более пойму, как рыбачить на такой речке, то тогда уже буду умничать, как проблесна, например, во втором, где я там пытался что-то рассказывать. Короче, денек сегодня не ледный, уже дождь пошел. Так, ребята, есть. Ого! Отлично, такого я не ожидал на сплаве, судачок. Судачок, я скажу, наверное, грамм 600, 500-600 грамм. Блин, это псел, ребята, это псел. И это круто. Фух, класс, класс, удар именно судаковый. Ну и место хорошее, поворот, крутой берег. Короче, во. Итак, парень, спасибо тебе за поклевку. Порадовал, порадовал, реально порадовал. Не знаю, кто там живет, но удар был. Коляшки. Главное не подсекать, пока тебя само не дернет за руку, не подсекать. Завалы просто сумасшедшие. И вообще не пожалел, что на третий день уперся, сложил головлевый спиннинг и достал лайт. Опять-таки порыбачил на самом русле псла. Чуть-чуть для себя новенького взял. Это рыба была, блин, вот тебе и поэзия. Это была рыба, я подумал, что это коряги, потому что перетягивал. А кто это был, интересно? И главное, не отпускала долго, пока я понял, что это рыба. Это щука была, вот зубы, разрезы, вот, прям по силикону видно, да? Это была щука. О, не отбился грузик, это значит, где-то повис на ветке на какой-то. Это надо форсировать, потому что зайдет туда. Опа! Хотела попереть прям в этот. Ну, вот туда, короче. Но я ей чуть-чуть не дал. Иди сюда. Кстати, небольшая показалась, так со старту сопротивляться начала, блин, что это ужас. Опа! Фу! О, и выплюнула сразу. Этот, как его... Рыбку поставил другую, не такую кислотную, думаю, то уже перебор, прям такая именно яркая, думаю, чуть-чуть потускнее. Вот такой цвет с черной блестинкой. И вот сразу был удар хороший, порезала, и вот такая щучка. Прикольно, классно. Ударов много окунячих. Итак, всех выпускаем. Чуть в лодку опять не запрыгнула. Все настолько виляет, что вот перед этим был отрезок, что я, наверное, минут 20 против ветра фигачил, потому что, ну, нереально, уносит сразу. Сейчас попутный сумасшедший ветер. То есть он так сильно виляет, что ветер меняется то туда, то туда. Пора перекусить.
красивые места, красивейшие просто. Не, вот эта рыбалка реально крутая. Я, если честно, я никогда так не рыбачил. Ну, обычно щука в заливах, где-то кувшинки. А тут получается вот это в коряжнике. Интересно именно рыбачить. Ты джигой чувствуешь вот эти все ветки на дне, бревна, перетягиваешь их, прыгаешь по ним. И где-то вот ждешь свой удар, короче, вот этот удар, который валит именно. Это реально интересно. Нет. Вышел. Окуня. Окуней валом, блин. Ну, не просекается. Я, наверное, все-таки сейчас сдамся. Не хотел опускаться ниже 3,5 дюймов, но, блин, наверное, опущусь. Он, видели? Не знаю, видно было, не. Вышел и убежал. Не, не буду, все, буду окунь кидать. Пофиг. Не надо мне окунь мелкий. Мелкий окунь надоел, надо крупная щука. Или крупный окунь. Опять то же самое, окуня. Все, Роман уже дуреет. Уже это какой-то не сплав, это какие-то весельные соревнования. Кто? Ветер то попутный, то встречный, то боковой. Течения нет вообще. Это ужас, а не сплав. Так что, короче, этот кусок не сплавляйте. Сплавляйтесь сюда выше, где он узенький, быстрый. И гребсти вообще не надо. Только поправляют, чтобы никуда не впереться глазом в какую-то ветку. И все. У нас тут прям записываемся, по времени нема. Итак, я сегодня рыбачил на профессионал, 4.15 тест, 2.10 рост, или 2.20 рост. Достойная пицефановская катушка, то есть Carbon X называется, это 3000, то есть я ее буду юзать, убивать тяжелым джигом у нас на Днепре. То есть посмотрим, насколько она, надолго ее хватит, но на первый взгляд очень хорошо. Фрикцион огонь, укладка шнура огонь, ход легенький. По люфтам тоже круто вообще, даже очень круто, я сказал бы. Так, ребят, кому понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал. Все соцсети на ссылках под видео. Также наш интернет-магазин. Все, ребят, всем пока. До следующего видео про рыбалку. Пока!